Берем индюшиное сердечко, разрезаю вот так вот на такие четвертинки. Если маленькие сердечко попадаются, значит напополам, а крупные на 4 части. У меня килограмм индюшиных сердец. Подсолнечное масло или оливковое масло, какое вам там удобно, 25-30 грамм для жарки. Подогреваем хорошо сковороду и отправляем в сковородку нарезанные сердечки. Равномерно распределяем по сковородке. И, друзья, обжариваем 15 минут, помешивая. Нам понадобится килограмм помытых, почищенных шампиньонов, которые, друзья, нарезаем. Нарезаем вот так. Начинаем вот такими вот. Мелко, сильно не надо, они ужарятся, ужмутся, как говорится. Одну крупную луковицу нарезаем полукольцами. Так, жидкость немножко выпарили. Добавляем лук. Обжариваем несколько минут с луком. Помешиваем. Выдавливаем один зубчик чеснока. Оп. И ножичком его. И опять-таки все хорошенько перемешиваем. Так, добавляем шампиньоны. И обжариваем. Вот. Добавляем небольшой кусочек сливочного масла. Все перемешиваем. На пресс выдавливаем еще один зубчик чеснока. Ну, все хорошо перемешиваем. И, друзья, добавляем 400 миллилитров сливок. У меня 30%. Ну, можно сметану разбавить просто с кипятком и это все залить. Так, залили. И теперь перемешаем. Ставим на средний слабый огонь. Ну и обязательно не забудьте поперчить и посолить по своему вкусу. Посолили. И черного перчика. Ну вот, друзья, с килограмма шампиньонов, с килограмма сердечек. Вот получилась целая сковородка вкусняшки. Ну и на гарнир, друзья, уже каждый выбирает, что хочет. Картошечку или макарончики. Быстрый ужин за полчаса, друзья. Либо ужин, либо обед. Смотрим до конца, готовим. Всем добра. Супер.